Следующий этап, то, что я говорил сегодня, уже вот висит надпись 25 лет моей, как говорится, творческой жизни в театре, именно в театре. Не говорю вообще творческой, ну что, вообще. Спасибо, спасибо. Короче, за эти медали давали, как это, ветеран труда. 25 лет на одном месте. Вот. Но дело в том, что моя супруга 30 лет уже на этом же месте. 25 лет танцевала в этом театре и уже 5 лет работает ведущей труппы. Это аплодисменты. Родила у меня двоих детей. И является примерной супругой и добрым, хорошим, настоящим другом эти долгие годы. Спасибо тебе, моя родная. Пожалуйста. Ласковое солнце мое, в паутине облачных дней. Только как увидел ее,
режиссер этого концерта. Спасибо, моя хорошая.